Наконец-то свободен. Я не знаю, что с тобой делать. Что ты от меня постоянно убегаешь? Что ты делаешь? Что ты сидишь? Убегаешь от меня? Я не знаю, почему ты всегда от меня убегаешь, а? Подожди, я придумал. Все, все. Сейчас я тебя освобожу, и ты будешь свободен. Можешь идти куда хочешь. Но, если ты уйдешь, я же твоего папашу и твоих братьев, понял? И ты их никогда не увидишь. Если ты останешься и будешь работать на меня, приносить мне много-много денег, тогда я не трону твоих родных. Так что выбирай, что тебе важней, твоя жизнь или жизнь твоей семьи? Если я буду на вас работать, вы не тронете мою семью. Если ты будешь держать свой рот на замке и приносить мне деньги, каждый день зарабатывать мне, тогда я не трону твоих родителей. Понял? Хорошо, я буду на вас работать. Только не трогайте мою семью. С завтрашнего дня начнешь работать, понял? Сегодня можешь полежать там где-нибудь. А завтра уже начнешь работать, зарабатывать деньги для меня, деньги! А чё так мало? Я тебе чё должен целый день ждать, чтобы ты мне всего 5000 принёс? Ну я не знаю, где мне больше заработать. Не знаешь, где тебе заработать больше? А ты я откуда знаю? Иди на стройку, на автомойку. Чтобы
чтобы завтра мне принес побольше денег, понял? Но все равно мало! Всем привет, друзья! Если вам нравится наш сериал «Беспризорник», пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий. Подписка и лайк! Ну и вот, представляешь, мы туда поехали. Да, 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 я в этом платье была. Ну это, конечно, вообще... Ты не представляешь, кого я там встретила. Это было что-то невероятное. Да. А ты где была? Я просто была в шоке. И ты бы видела, как он танцевал. Это, конечно... Да, вот это была вечеринка, на самом деле. Ну, там много всего интересного было. А ты где была? Ты где была в это время? Слушай, ну если не я его себе куплю, то он мне его купит точно. Что здесь делаешь? Я надеюсь, ты его руками не трогала? Вставай, пойдем. Как так можно было уйти? Доченька, он тебя обидел? Нет, он хороший. Какой он хороший? Он бездомный. Бездомные люди не бывают хорошими. Они злые, их нужно бояться. Он мой друг.
Он тебе не друг. Я найду тебе хороших, приличных друзей из нашего круга. А он тебе не друг. Он бедный. На, вот лучше пообщайся со своими друзьями. Алло. Да, ты представляешь, с каким-то бомжарой сидит пацан такой мелкий, грязный весь, как поросенок, а она сидит, его яблоками угощает. Сколько раз ей объяснять, ну не подходи ты к таким детям, надеюсь, она как-нибудь лишай от него не подцепила. Ну, а ты ему что? А ты что? Чего-то пошли они. Да, я тоже так думаю. Ну, это интересно. Да. Ну, я не знаю, она вот, представляешь, да, такое выкинуть вообще. Даш, ты чё молчишь? Даш! Доча! Даша, ты где? Даша! Доча! Даша! Алло! Алло, милиция! Я ребёнка потеряла! Помогите, пожалуйста, найти! Спарки! Все хорошо, все с ней хорошо. Не переживайте, женщина. Приезжайте, мы вас ждем. Спасибо. Спасибо вам. Вы наш герой. Вы спасли моего ребенка. Как я могу вас отблагодарить? Спасибо вам большое. Женщина, это не я. Не стоит благодарить меня. Скажите спасибо вот этому юному герою. Это он спас вашу дочку. Что здесь делаешь? Я надеюсь, ты его руками не трогала?